Всем зрителям, подписчикам привет. Начинаем монтировать беседку. Беседка со столом, со скамейками. Крыша будет бронзовый поликарбонат. Сейчас это все дело соберем и покажем, что получилось. Каркас беседки собрали, все скрутили. Сейчас будем обшивать стол и лавки досками. И далее у нас покрытие крыши поликом. И беседка будет готова. Монтаж беседки у нас завершился. Смотрим. Каркас у нас сделан с профильной трубы 40 на 40, 20 на 40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм бронза. Торцы защищены. Доски выкрашены цвет палисандр. Крепятся с помощью саморезов. Напоминатель. Вот такая отличная беседка у нас получилась. Беседка вмещает с комфортом 6 человек. Немножко, если подвинуться, то 8 человек влезет. Совсем худенькие вдесятером могут сюда залезть. Длина беседки, длина лавки получается 2 метра. Длина стола такая же. Вот такая отличная беседка у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!